Ветрище какой, да? Да. Поэтому, в принципе, на щелчке это всегда хорошо было. Сейчас-то, конечно, что-то прямо мне даже неохота. Скользко. Ай! Давай. Тихонечко только. Я за тобой не успеваю. Можно просто вот так отпиться и все. Не надо никакого конька, да? Лыжи сами катят. Обратно будет, знаешь, как хорошо, ветер будет в спину. Привет!
Здорово. Что это вы тут делаете? Катаюсь. О, я тоже катаюсь. Я, короче, понял, зачем я переехал в деревню. Потому что здесь вот вышел из дома, и сразу можно на велике кататься. На лыжах, то есть на чем угодно. Короче, ЗОЖ, фитнес, вся вот эта фигня. Ой, мужики, вот женись, девчонки на 20 лет моложе. Вы поймете, что надо. Ну, короче, чтобы это. Вот, ну, бывание. Все, я покатил дальше. У меня тоже, блин, фитнес. Хорошо. Давай, побежали. Все, уже забыл, как что делать.